Отопительный сезон в Жамбулской области начнется 10 октября. Уже к теплу подключены объекты образования и здравоохранения. Насколько регион готов к обеспечению населения теплом, об этом рассказали на брифинге в региональной службе коммуникации. В этом году теплом жамбулцев будут снабжать 9 топливно-энергетических комплексов. Ранее на объектах проводились ремонтно-восстановительные работы. Заменены тепловые сети в 15-м микрорайоне. Отремонтирован дымоход Тарас Энергоцентра. За счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт 6 многоквартирных домов города. Резервный запас мазута составляет более 10 тысяч тонн и 1240 тонн угля. Заключен договор с 31 объектом на поставку твердого топлива. По прогнозам, населением области будет использовано около 160 тысяч тонн угля. Ранее было заявлено, что отопительный сезон начнется 15 октября, но ввиду резкого похолодания было принято решение начать раньше. Сейчас все ответственные специалисты работают в этом направлении. Стоит отметить, что тепло доставляется только до дома. Если в квартирах температура отопления низкая, то жильцы могут обратиться в теплодоставляющую компанию. При подаче заявок от потребителей создается комиссия с участием представителей ТЭЦ, Тарас Трансэнерго, поставщиками и с местного исполнительного органа. И комиссионно обследуется этот дом или какой-нибудь другой объект, и по нему составляется акт обследования, и в котором при выявлении недостатков это отражается в этом акте, и после окончания или после выполнения замечаний или нарушений дом или объект должен подключаться. Таким образом, уже с сегодняшнего дня к теплу подключены объекты образования и здравоохранения, а с 10 октября будут подключены многоквартирные дома. Ильдар Гзатуллин, Руслан Саныбаев, Жамбыл Ньюс.